Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. И мы поднялись на мыс Черепаха, что возле бухты Дубовой. Вот сейчас мы наблюдаем как раз на бухту Дубовую. Здесь мы переночевали и поднялись, пофотались там на кикурах, бутылка и курица. Поднялись на мыс Черепахи. Здесь открывается вот такой классный вид на близлежащие бухты. Очень эпично смотрится. Также видно сопки, Сихотэ линия. Вот они прямо перед вами. Все сопки можно разглядеть отсюда. Вон там, похоже, гора туманная. Точнее, облачная. Где-то вот тут находится. Мы сейчас пересобираемся, складываемся. Пообедали только что, позавтракали. Ну, можно сказать, пообедали на мысе Черепахи с отличным видом на море. Смотрите, какой вид открывается отсюда. Шикарный. На бухты. Кстати, здесь есть дорога короткая до мыса Бюлюзек. Вот эта дорога. Ну, вроде как там есть парочку водных препятствий в виде рек, которые вроде как джимник наш не пройдет. Открытое море прямо перед нами. Снизу кикуры. Бутылка и курица. Ну, там, к сожалению, не видно их из-за того, что мы слишком высоко стоим. Он красиво, кстати, как набегает волна. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Были ли вы когда-либо на мысе Черепахи? Нравятся ли вам такие дальние перспективы, которые открываются с таких мысов? Очень красиво, на мой взгляд. Конечно, камера не передает всей красоты, она показывает немножко плоско, но все же какую-то частичку красоты природы она, наверное, все-таки может передать. Здесь тропинка даже вытоптана туристами для фотографий, но я думаю, что это опасно фотографироваться на краю скалы, мыса. Отличная погода, все наше путешествие нас сопровождает, и это не может не радовать. На самом деле даже слишком жарко, я бы так сказал. Ветра практически нету, волны тоже. Хотя вот сегодня уже волна небольшая поднялась, вчера был вообще идеальный штиль. На другую сторону вид. На том берегу, кстати, стоит одна-две палатки. Вот можно разглядеть людей. Вон там они ходят, бродят. А вот здесь на углу стоит палатка. И вот здесь стоит автомобиль. Light Ice какой-нибудь. В общем. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Еще больше прикольных видео, интересных путешествий по Дальнему Востоку и Приморскому краю в рамках проекта «Блог Владивосток. Одна жизнь». Увидимся в новых видео. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Поехали домой.